Всем привет, девочкам и мальчикам. Ну, скорее всего, девочкам. Сходила в душ, помылась. Короче, были мы сегодня с Максимом на рынке. Знаете, что я рынка все купила? Что купила? Короче, купила я себе такие липоны. Такие шикарные, красивые. Вот черный, да. У меня еще есть такой фиолетовый. Ну, знаете, единственный косяк в этих лифонах ломаются вот эти штучки железные. Ну, лифон... Короче, 750 на рынке я купила. Мне вот такой фасон очень нравится. Черный. Она мне предлагала фиолетовый, какой у меня есть. Но фиолетовый я уже не хочу. Потом еще купила вот такой синий. Такой синий, шикарный. Короче, за два штука она взяла у меня 1500. А можно на трусах побегать здесь? Можно? Побегай. Раз у нас интимные покупки. Да. Ой. Так. Ой. Объем 100 Е. Нихера себе. Что тебе не нравится? Там арбуз спрятать можно. Да нет, у меня нет арбуза. Ой, телепузик. Они мне что-то сдулись. Ты это? Что еще Ленка купила? Кстати, это выбор Максима. Да, Максим? Так ведь? Так ведь. Веришь, нет? Вот такое, короче, платье. Как-то так. Ой, как-то так, а где оно, а? О, вот такое платье. Красивое. Шикарное. Вот, короче, я же вам говорила, что я хотела заказать... В Васильке, ну, доставки сюда нету. Понятно, да. Верите, нет? Там, если платье Ялта в Васильке. Ну, это типа что-то такого. Но Максиму понравилось, взяла. 2500 стоит. Да нас скинули вчера просто. Но Иринки на платье. Ну, мне платье понравилось, да. Но я бы лучше в Васильке. Тут, короче... Что это, рюшечки, да, Максим? Да. Рюшечки? Что за ткань, не знаю. Вот знаете, что... А? Сатин, наверное. Да хер его знает. Где этикетка? Надо в Китае. Артикетка. Узбекистан, да? Да хер его знает. Ой, Узбекистан написано. Да? Где? Ну-ка, поставь. А, Кыргызстан. Давай померим на тебя. Парашют. А лифон померим? А? Я Алла Пугачева, Алла Пугачева. Легче, проще. А ты лицо-то покажи свое. Не покажу. Почему? А давай еще лифон померим тебе какой? Синенький? Да нет, шо, да. А что? Ты же такой большой. Мы тебе ватки напихаем туда. А жарко в нем, слышишь? Ну, не знаю. Тут еще бантик есть. У Иришки появилась подружка. По имени Максимка? Подружка. Ну, больше всего мне нравится вот этот. Черный. Пойду на свидание. Понятно, да? Понятно, да? Да? Так ведь? Так ведь, так ведь. Ну, смотри, че, блядь, там голова моя близит. Че, да ладно, давай померим. Так, тихо тут. Ну, как его померить? Ой, так, блядь, тихо. Слава богу, мужиком родился. А там видно было. Так ты поближе сюда подойди. Да ну нахуй. Ой. Охуеть. Давай застегнем. Чё, это постоянно так вот носить с тобой надо? Кого? Пиздец. Ну, ой, блядь, ну нахуй сегодня. Давай застегнем. Не надо. А чё, ну давай. Все, там было видно в кадре, да? Нихуя себе. Красная, блядь, ебучая.
Ты чё кидаешь? Он новый, чистый. А я что, блядь? А стол чё? Стол? Он не очень чистый. Вот так вот. Такие покупочки. Шикарные. Ты на всё обратно сложить, да? И нам не жирно. Да, а нам не знаю. Ну, хочется же себе что-нибудь новое, красивое. Кстати, это за мою жизнь второе платье. Да, Максим? Так ведь. Только знаешь, мне вот тут не нравятся вот эти. Так подкладки, наоборот, лучше. Прокладки. Подкладки. Это эти называются, как они? А? Плечики. Плечики. Mm-hmm. Не знаю. Так что, девочки, оцените. Ну, вы оценили, да, платье на Максимке? Шикарное. А сейчас мы, короче, закажем роллы. Да? Да, так ведь. И как можно в таких трусах ходить, а? Вот в таких вот. Вот в боксере, блядь, для мужиков. Что, правда? Так что... Я хотела, конечно, другого, но выбора тут не особо много. Ну, посмотрим. Так что ждите Иринку в новом платье, красивом, сексуальном. Тут рукава 4 четверти. Тут вот такая резиночка. Классненько. Ну, как бы мне не особо нравится, но что теперь делать? Выбирать нечего тут. А в леггинсах, сказал Максим, ты дома будешь ходить. Да, Максим? Он молчит, он в печали. Пришлите ему чая. Так же все, мальчики и девочки. Ой, а тут же еще что-то. А, тут вот питание. Вот такие наши покупочки. Короче, 2,5 и 1,5. 4 тысячи. 4 тысячи Иринка сегодня потратила. Так что всем приятного просмотра. Хорошего вечера. Я, кстати, это еще, знаете, что купила? Сейчас покажу. Купила еще себе, короче, вот такой лосьон активности роста волос. Там какой-то крымская косметика укрепляет. Попросила Максима нанести на корни волос. Но это просто капец. Ну, спасибо, что нанес. Элой, имбирь. Что только не засунули в этот лосьон. 160 рублей он стоит. Короче, выглядит он вот так вот. Тут какая-то то ли розовая жидкость, то ли какая. Ну, пахнет, знаете, так. Вот думаю, может, витамины какие-то купить, волосы вообще лезут. Так что подскажите, какие можно витамины купить для волос? Хорошие, чтобы волосы не лезли. Мы вот заходили в аптеку, мне предлагали витамины для беременных. Вот не знаю. ЭКО помыла. Кстати, шампуни тоже. А, белорусской шампунью я тут пользуюсь и маской. И они это очень хорошо. Так что вот так вот, мальчики и девочки. Всем приятного просмотра. Сейчас закажем роллы, поедим. Ну, жить в кайф. Иринка есть хочет. А Максим говорит, я есть не хочу, но говорит, роллы буду. Так что вот так вот. Все. Ждите следующего видео, как говорится, с роллами. Я думаю, роллов поедим, и все чики-пуки будет. Так ведь? Так что, хорошего вам вечера. И пишите побольше комментариев. Мне очень нравится. Я захожу, читаю, да.
И всем пока-пока.